Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение о создании центра дополнительного образования для одаренных детей. Учреждение откроется на базе областной школы искусств, старейшей в регионе. В первой половине 20 века на ее создание понадобился год. На создание нового центра понадобится гораздо меньше времени благодаря нацпроекту «Культура». В 2020 году школа попала в федеральный проект, национальный проект «Культура». И благодаря вот национальному проекту, федеральным средствам и областному финансирование наша школа получила финансирование порядка 8 миллионов рублей. На эти 8 миллионов были приобретены 22 вида музыкальных инструментов, учебно-методическая литература и необходимые мебель и оборудование в школе. В этом году областной детской школы искусств юбилей. Миссия областной детской школы – качественная, системная и высокопрофессиональная работа с творчески одаренными детьми. Благодаря новым инструментам и оборудованию школа должна выйти на новый уровень работы. Меняются не только программы, но и сам способ обучения. Одно из веяний времени – программа анимация. Так-то я обычно все-таки преподаватель художественного отделения, а эти дети пришли, которые, в принципе, особо не рисовали. То есть у меня была задача их научить немножко и рисовать, и уже показать, что можно, кроме рисования, эти картинки статические оживлять. Примеры в учреждении в рамках пилотного проекта готовят художников-мультипликаторов. Однако, по мнению губернатора, быть даже хорошей школой мало. Теперь учреждение будет не только готовить будущих звезд музыки и живописи, но и возьмет на себя функции обеспечения оборудованием других школ области. Кроме того, будет разрабатывать новые программы в сфере дополнительного образования. Также в школе пройдет творческий эксперимент по поиску талантливых детей и подростков в самых разных областях через реализацию регионального образовательного проекта «Марафон мечты».